Спонсор выпуска — YouTube канал World of Game. Смешные моменты, летсплей по различным играм и море позитива. Подписывайтесь на канал World of Game. Ссылка в описании под видео. Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Михакер. И сегодня в рамках рубрики «Первый раз» мы взглянем на игру под названием «Средиземье. Тень Мордора». Или Middle of Shadow of Mordor. Ну что ж, новая игра по вселенной Властелина Колец. И давайте взглянем ее. На нее точнее. Так, сюжетный режим, конечно же. Короче, пацаны, завязка такая. Ну типа в Мордоре все спокойно, все чики-пуки такие, ага, с урона опустили, он где-то чалится непонятно где. Ну там такие следопыты типа Гондора на стене такие стоят, там все защищают, такие смотрят, но блин, у них там, короче, косяк, они все загибаются уже, а этот Саурон, короче, он там, ну, накапливает силу, там под себя чувачков подминает потихонечку. Ну, короче, хренакс такой раз-раз и напал на них, такой раз своей темной силой туда пригнал. Ну и такие херакс появляется, типа главный герой такой, какой-то в тумане такой, кричит такой, орет, ёптэн, Габриэль там, или как его там, Гендри, не помню, короче. Такой херакс такой, а вот он типа, только что-то это, загнулся. Тут такой, ну хуякс это, смотрит меч его поломанный, ну и вспоминает прошлое, типа как они с этим сыном, ну как он его тренировал. Покажи отцу, на что ты способен. Окей. Так, контракт. Контратаковать на правую кнопку мыши. Оп. Парируй, сын. Не забывай о блоке. Так, теперь я такой, да? Ух ты, смотри, какой дерзкий. Ну и типа главный герой такой Тали, он говорит своему сыну, слышь, ёпта, полегче будь, а? Ну и такой раз вспоминает уже другое время из прошлого, там уже орки, короче, напали, они с ними гасятся. Ну и он такой сыну кричит, эй, помоги мне тут. А ты такой, не, батя, типа, давай, короче, каждый сам за себя. Ну и, короче, этот тут орк на него нападает, и он начинает, короче, месить. Левую кнопку, shift. И вот эту херню для добивания. Для бега выдерживайте пробел. Дираэль, помни, чему я тебя учил. Так, чё? Ух ты, блин. Давай, иди сюда. Вот тебе добивалка. Ух ты, нихера как. Крови тут нормально. Так, чё-то я не то нажимаю. Ой, там еще какие-то черти. Захват и бросок. Ой, тут уже толпа на меня напала. На, нах. Так, этого завалили. И чё это? Это типа чувак эпично умер. Ну и такие херакс типа от всех отбились. Ну и сын такой говорит, что там говорит, эти орки какие-то мощные. А этот говорит, слышь, это уроки не путай, говорит. Иди это, мать свою там типа защищай. Ну и такой херакс опять возвращается в настоящее. Там что-то такое, блин, я что, говорит, помер что ли? И такой голос из тьмы, тебя типа смерть типа отринула. Ты такой, ну нихера такой, видит, еще жена валяется мертвая. Такой, ёпта, блин, херово-то как. Ну и это самое вспоминает уже опять прошлое. Там типа несет цветочки типа для своей жены. Трогательное начало достаточно. Слушайте, графика ничего такая. Так,
Ну, такой херанский цветов такой задарил. Она такая, опаньки, это чё, мне это? Такая, тебе? Она такая, за что? Она такая, просто так, ёпта. Она такая, говорит, ёпта, ну давай это, Таля, он говорит, сбежим отсюда. Тут такой, ну, блин, это, пока не могу, давай, типа, скоро, короче, мы свалим, ага. Ну, и такой раз опять воспоминания, когда на них орки нападали, ну, такой раз, с женой они там прячутся. Ух ты. Надо было уходить, пока у нас была возможность. Жди тут, я расчищу путь. Ага, так, ладно. По скрытому убиваем уруков этих. Так, ладно. Последний остался. Не, они вроде так не сильно палят. А-а-а. И тут такой Талион поворачивается назад, а там такой здоровый урук стоит, телочку его держит. Говорит, слышь, ёпта, оружие положи. Он такой говорит, слышь, ты сначала бы телочку на место положи. То такой взял и положил, всех положил. Ну и говорит такой, слышь, дух, ёпта, этого эльфа, давай вселяйся в меня. Эльф такой говорит, не, нихуя, я такой хуякс в другого вселился. Ну и этот такой ему говорит, слышь, что за хуйня? Он говорит, нас заколдовали, типа проклятие наложили, что делать такой? Ну, давай, говорит, это, найдем того, кто это проклятие наложил. Убьем, говорит, черную руку Саурона. И так, бам-бам, такая эпичная музыка. Стена такая большая, и надпись такая, Middle of Shadow of Murder. Выглядит знакомо. Так, чтобы перепрыгнуть, загрузочка идет, да? Так, левый контрол перековать. Чего перековать? Вместе с башнями-кузницами вы открываете новые воспоминания призрака. Открыт доступ к новым заданиям. На карту нанесено расположение собираемых предметов, а также получены мирианы. Мирианы? Ну, допустим. Спрыгните вниз, двигаясь и удерживая пробел. Ух ты. Здравствуй, Assassin's Creed. Значит, тогда у Наркоста мы одного из вас упустили. Ничего, это дело поправимое. Ух ты, лук есть. И как им пользоваться? Перейдите в режим стрельбы, удерживайте, чтобы усилить выстрел. Пинкс. 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 Какого? Что это было вообще? А, там можно было выполнить призрачное оглушение. Тут, короче, на чувака еще один урук такой нападает, такой этот с ним дерется, ну и хватает его, и у него рука такая вжих, такая вот туманом покрылась. Ну и этот дух эльфа появляется, говорит, давай подойди, типа, к нему, типа, я там все сделаю. Ну, такой хватает этого, короче, урука. Ну и этот эльф начинает, типа, там в него вселяться, что-то с ним делает, короче. Ну и говорит, типа, освободи там, типа, свой разум, типа, давай говори, что там про черную руку Саурона знаешь. Ну, этот такой, блин, он там демон сотканный, что-то там из тени, тра-та-та. Давай, говорит, что еще там знаешь? Ну, типа, один мой этот раб говорил, что, типа, ну, сражался, типа, с ним. Ну, и это самое, он находится у Гимуба, раба-торговца, я его, типа, за бочонок Грога там какого-то продал. Ага. Так, это капитаны армии Саурона. Они отображаются в виде теней, поскольку их личности вам пока неизвестны. Для продолжения так-так-так. Допрашивая врагов, вы можете получить ценную информацию о капитанах. Пробел, чтобы узнать личность этого капитана. А обязательно его? Давай. Так, а, ну да. Гимуб Рабаторговец. Теперь вам известна личность Гимуба. Это поможет выследить его. Его прозвище Рабаторговец ясно говорит, чем он занимается. А еще вы узнали его рейтинг силы, по которому можно предположить, легко ли с ним справиться. От рейтинга силы врага зависит и награда за победу над ним, а именно руны, улучшающие оружие и сила.
набирать которую потребуется для получения доступа к новым уровням способностей. Где находится капитан, вы можете узнать по карте и из задания. Ясно? Нажмите пробел, чтобы отметить цель. Хороший такой допрос. Так, ну и что? Так, золотые значки — это продвижение по сюжету. Красные обозначают борьбу руков за власть. Награда по силе, она требуется для получения доступа к новым уровням. Белые значки — побочные задания, собираемые предметы. Награды М, они нужны для покупки улучшений. В данный момент доступно два основных задания. Работорговец, освободите людей, которые томятся в Мордоре в рабстве. Найдите черных полководцев. Дух Мордора, узнайте больше об обществе уруков. Сокрушите армию Саурона изнутри. Ничего себе. Мы тут самим будем бороться. Мир изменился. Это все не имеет смысла. Будущее и прошлое связаны во тьме воедино. Так, ладно, давайте посмотрим на наше задание. Вот у нас есть задание. Оно уже отмечено, да? Ну ладно, пойдем туда. Пробел, чтобы бежать или карабкаться. Так, на эту башню нам не надо больше. Какая-то еще там башня есть? Нет, не дать. Так, слушайте, мышка довольно такая. Жестко. Отдалять можно? Вроде бы нет. Так, ладно, не знаю, кто там. Так, ну и чё? Нам через эту стену, что ли? А, наверное, можно будет подняться. Это же типа Assassin's Creed. Блин, необычное управление. Рабы такие по-тихому крадутся. Чё вот это такое? Там растение какое-то? А, во, смотрите, что-то есть. Чё нам с этим делать? Видимо, ничего. Так, ну ладно. Да, побежим к заданию, ладно. Так, там, видимо, уроки прячутся. Ну-ка, я вот такую херню смогу... О, да смотрите, залетает. Так, нефиг делать. Так, что у нас здесь? Сведения. Так, видим, кого-то можно захватить. Давайте посмотрим, кого тут можно захватить. Ой, смотрите, точно, чуваки. Чё они там мутят? Так, одного завалили. А нам вот этого нужно. Черви при допросе выдают слабости капитана. Черви. Он что-то слышал. О, кто-то меня запалил. Ну-ка, иди сюда. Пробел! Я же жал пробел! Какого? Руки капитаны. Следопыт! Тебе было суждено сдохнуть от моего черного клинка. Прими свою судьбу! Это плохо. Так, значок над головой рука означает настороженность. А, не создавать лишнего шума. Да я вроде шума ты не создавал. Однако получил от него. Так, что с ним делать-то? Эй, ты, блин! Там что-то про пробел было написано.
Ах ты ж, блин. Слушай, у меня быстренько так здоровье тратится. А ну-ка расскажи мне, что ты знаешь. На-на. А, меня убили. Нет, не убили. Так, зайдите в кружок, зачем нажмите указанную кнопку. Окей, нажал. На, нахрен. Получено очко способностей. Ну-ка, расскажи-ка мне. А, понятно, надо от них избавляться. Ай, зря я его замочил. Черт возьми. Ну это хреново. Так, это что за хрень? Открыть способность. Ай, тратьте очки опыта на новые мощные способности. Вмешивайтесь в борьбу за власть, чтобы набрать силу и открыть новые уровни на древе. Понятно. Так, что у нас тут есть-то, собственно? Это, видимо, есть, да? Призрачное оглушение. Оглушить врага. Нажать Е. Затем обрушить на него град ударов. Угу. Стреляю по кострам и бочкам Грога. По кострам. Взрывать их. Огонь и взрывы не причиняют вам вреда. Слушайте, это хорошо. Казнь. Когда счетчик серии ударов заряжен, нажмите F, чтобы совершить казнь своего противника. Интересно. Столкновение, ударочная и контратака, врага можно отбросить, оглушить или сбить с ног. Спрыгнув на не менее не заметившего вас врага, вы теперь сразу убиваете его. Круто. Если перепрыгнуть через препятствие и ровно в момент приземления нажать пробел, то получится временное ускорение. Это не прикольно. Ля-ля-ля-ля. На Карагора оседлать его. Интересно. Так, что-то я тут хорошее видел. Вот это неплохо, да? Вот это тоже неплохо. Давайте вот это, наверное, возьмем. Чё? Приобрести способность. Приобрел способность. Слепдопыт и призрак. Угу, понятно. Это что такое? Миряна — это деньги, которые используются для улучшения оружия и повышения максимального уровня здоровья, сосредоточения эльфийских выстрелов. Чтобы заработать мирианы, собирайте предметы, выполняйте побочные задания, дополнительные задачи, также проходите испытания. Ну пока ничего нету. Так, прогресс. Ну это понятно. Так, оружие и руны. Пусто доступны руны. Так, что за руна? Убийца орков. Добивание в бою наносит дополнительный урон капитану. Отлично. Меч, лук, пусто, нет рун. Кинжал, пусто, нет рун. Слушайте, тут еще оружие можно менять, да? Что за предложение? Не знаю. Так, а я не знал, что можно. Что-то я забираю. Холодное сердце, уровень 5. Вероятность использовать чего-то там. Ладно. А, это я руну подобрал. Пусто, нет, доступные руны. Вот оно, да? Вероятность восстановить 50 единиц за каждое убийство с взрывом головы. Взрыв головы? Но это уже жестко. Так, ладно, чувака я убил не за хер. Ну-ка, иди сюда, гад. Все, он больше не посмеет с нами воевать. Так, ладно, нам уже надо идти и, собственно, задание выполнять. Так, там у нас опять кого-то допросить можно. Наверное, наверху вот там, да? Палят меня, палят. Перейдите в мир призраков, чтобы найти артефакт. Я тут не запрыгну? Запрыгну.
А чё, не могу что ли? А, подтянуться. А, что я делаю? Допрос. Есть. Страдай же. Так, собранные сведения расскажут вам о преимуществах и слабостях капитанов. Используя слабость капитана, вы легче с ним справитесь. Уязвимость означает, что капитана можно убить с одного удара, действуя определенным образом. Например, капитан, уязвимый к скрытному нападению, будет мгновенно убит ударом из режима скрытности. Вот такие вот дела. Так, а это, собственно, Гимуп. А это кто такой? Крысарий Трус. А, это вот там, который находится. Но мы же сначала на Гимуба пойдем, да? Давайте про него узнаем. Получены новые сведения. Так, сила 3. Его лучше бить дистанционными атаками. Дистанционные атаки и удары из тени могут нанести ему большой урон. Его лучше бить боевым добиванием. Боевое добивание может нанести ему большой урон. Так, ненавидит ожоги, приходит в ярость, если горит. Убийца чудовищ, может быстро убивать чудовищ, при этом слабо чувствителен к урону от них. Может развернуть противника, далеко прыгает вперед и наносит удар. Никогда не пугается и не бежит с поля боя. Слушай, неплохо. Неплохой такой хрен, казалось бы. Орг, да? Или как там, урук? Но все равно... Так, ладно, бить дистанционными атаками и добиваниями. Все, обезглавили чувака. Они в меня шмаляют там? Ой-ой-ой, меня кто-то палит. Валим отсюда нахрен. Our day will come when nobody in this land even remembers it. From her own. Ух ты, блин, тут что-то прямо их дохрена. А че их так много, а? Так, готов. Че там, у них битва какая-то, что ли? Че они тут устроили-то, а? Ох, дерутся. Иди сюда. Откуда говорит этот шум? We've got a killer lurking around. На, нахрен. Ну вот сейчас меня заметили. И пора бы валить отсюда. Ой, тут задание, да? Черт, я не думал, что я так быстро сюда прибегу. Левый контур. Работорговцев есть пленник, который что-то знает о черных полководцах. Найдите работорговца, освободите пленника и выясните, что ему известно. Опознать Гимуба. Я вижу больше, чем любой смертный. А, познать Гимуба, да? Перейдите в мир призраков. X. Так, вот он Гимуб. Бей капитана орков, отрежь змея голову, и тело зачахнет. Лучники, нужно что-то, говорит, сделать с ними. Вот он готов. Еще один готов. Так, это те стражники. А вот там наш Гимуб. Еще один готов. Так, там еще наверху был лучник. Найдены эльфийские стрелы. Кем это они найдены? А, так. Вау, у меня закончились, видимо, эти стрелы. Говорит, найдите еще. Wait.
погодите, я говорю, что-то чую. Охренеть, они чувствительны. A corpse. Все, больше никто меня не видит. Looks like someone's killed. Got him! Ну иди сюда теперь. На. Так, все, это взвалил. Так, а где это хер? Всё, давай, давай, нам туда. Ithilien, Kalinardon, Minas Tirith. All these places will be nothing but dust under Sauron's powers. Что-то он там говорил, да? Про Саурона. Давай-ка тебя допросим. Может, ты еще что-то знаешь, а? Так, ну про этого я вроде все знаю, да? Давайте вот про этого узнаем. Ну? Узнать о преимуществах и слабостях. Боязнь... моргайских мух. Пугается, если на него нападают моргайские мухи. Пугается при виде гхулов. Это еще что такое? Пугается при виде граугов. Что-то какой-то пугливый чувак. Крысарий трус, в общем-то, его и называют. Назад. А чё? Преимущество слабости. А, ну все. А, я, видимо, про него все знаю. Теперь надо про вот этого, например, узнать, да? Так, Боргу-разрушитель, капитан. Ждет возможности кого-нибудь убить. Сила 3. Уязвим для скрытного добивания. Ну, это, в принципе, можно все потом. Перед началом задания посмотреть. Как же жестко он убивает-то, а? Чувак вообще прям... беспардонный. Все, говорит, рабы, которые попытаются сбежать, будут жестко наказаны. Так, у меня появились стрелы. Так, ну чё, ты остался один, чувак? На, лови. Следопыт! Жаль, что придется тебя убить. Из тебя бы вышел знатный раб. Попробуй убить, ага. Я чё, рабу въебал? Давай тогда допросим тебя тоже. Это Венуагдват? Это еще что такое? Собственно, опять нам можно о ком-нибудь узнать. Об этом нам надо что-нибудь узнавать? Нет. Ну, давай узнаем. А вот этому большой какой-то. Какой-то вообще не очень. Так, голым инструктор лучников доволен тем, с каким хрустом раздавил паука. Да уж. Находится в восточном гарнизоне. Сила 3. Вот так, ну это все тоже можно потом посмотреть. В этом задании вы не можете менять цвет. Окей. И тут какой-то чел подошел. А что, надо было что-то сделать с ним? Забрать руну, говорят. Так, забираем. Жуткие голоса, легендарная руна. От убитых капитанов остаются различные руны, которые усиливают оружие. Чтобы осмотреть свое оружие, нажмите Enter. Вы можете вставлять руны в свое оружие. Переключение между оружием 1-2. Нажмите пробел, чтобы посмотреть руну. Так, используйте пробел, чтобы установить руну в любую свободную выемку для рун. На оружие можно добавить новые выемки за денежки. Ну-ка, давайте попробуем выемки добавить. Можно? Видимо, нет. Чё, мало у меня, что ли? Нужны деньги, говорит.
Так, и что это за руна? Жуткие голоса при убийстве капитана или вождя, сосредоточение и здоровье полностью восстанавливаются. Ну, я не знаю, у меня, в принципе, неплохая руна, тем более это в кинжале находится. Я хочу на другую переключиться. Почему нельзя? Вот меч, убийца орков. А, видимо, только одну тут можно. Так, давайте еще раз. Вероятность остановить 50 единиц сосредоточения за каждое убийство со взрывом головы. А, ну хотя это получше будет. Давайте ее встанем. От силы капитана зависит уровень руны, который от него остается. Убейте капитана, используя его уязвимости, вы гарантированно получите руну соответствующего типа. Скрытно кинжал, дистанционно лук, в бою меч. Понятно. Меч у меня, по-моему, самое такое. Ну и херакс, короче, главный герой освободил там всех рабов, такой, и тут появляется его друган, типа, давнешний. Ну и говорит, типа, ух ты, нихера, ты, типа, тоже живой. А тот такой говорит, ага, я тут, говорит, ищу раба, который что-то знает про черную руку Саурона. Ну, типа, дрался с ним. Тот такой говорит, типа, ну, блин, скорее убегал, а не дрался. И чё, ты знаешь его, говорит, ну, ага, он, типа, перед тобой. Ты такой, ну и чё ты, типа, знаешь про него? Ты такой, давай, говорит, приходи к нам в лагерь, я тебе там все расскажу, типа. Ну и такой херакс. Ладно, все, тот ушел, тот такой, смотрит, там голум по горе такой лазит, говорит, ух ты, блин, что-то это самое, там, голум, типа, хреново прячется, этот ему дух эльфа говорит, но, скорее всего, хочет, чтобы ты его заметил, такой, давай, говорит, поосторожнее там, давай, прокрадывайся. Ладно, так, работорговец успешно выполнен. Назад. Так, и что теперь? Теперь, наверное, самое время закончить игру. Ну, эту серию, в смысле. Так, а давайте посмотрим, что у нас тут за стрелы вот эти. Это типа эльфийские стрелы, их надо собирать. Все, собралась? Я чуть не понял. Собралась стрела или нет? Enter, открыть способность. Так, у вас достаточно М для покупки улучшения. Чтобы перейти на вкладку особенности, нажмите 2 в этом меню. Угу. Так, еще можно чего-нибудь изучить. А это что такое? У вас не хватает силы. Ну ладно. Так, что-то тут еще хорошее было. Вот это неплохая штука. А, можно отбросить, оглушить или сбить с ног. Это тоже неплохо. Возьмем-ка ее. Продвиньте дальше по сюжету, выполняя основные задания. Понятно. Так, вот что-то можно открыть, да? Вот эту штуку. Недостаточно денег. Так, выемка для руны на мече. Вот, собственно, где они покупаются. Доступна выемка для руны на мече, на луке и на кинжале. Давайте на мече, наверное, сделаем. Опа. Все, больше ничего недоступно. Так, еще стрелы, наверное, эти стоит пособирать. А, хотя у меня 4 максимум. Ну что ж. На этом, наверное, можно закончить игру. Давайте еще сохранимся. Сохраняться тут, говорят, нельзя. Ну что ж, ладно, давайте тогда закончим эту серию. Спасибо, что посмотрели ее. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. И если вы хотите, чтобы я проходил эту игру дальше, пишите в комментариях об этом. Ну, а вам я хочу сказать спасибо за то, что мы посмотрели, так сказать, первый раз на эту игрушку. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, еще раз повторюсь. Смотрите канал Михакера, подписывайтесь на него, ждите моих новых видюшек, стримов и много другого. А с вами был, собственно, Михакер. Всем пока!